В республике готовить предпринимателей будут со школьной скамьи. Казахстанских старшеклассников обучат азам бизнеса. Электронная дисциплина появится в учебных заведениях страны со следующего года. Предмет будет преподаваться ученикам 10 и 11 классов на русском и казахском языках. Школьникам расскажут, как выбрать нишу и открыть свое дело. Большую часть программы займут практические задания в игровой форме и разбор бизнес-кейсов. Минобразование совместно с Палатой предпринимателей уже организует тренинги для педагогов со всех регионов страны. Подготовкой учителей займутся опытные бизнесмены. В этом году уже с сентября месяца мы приступаем к апробации учебника. Учебник на сегодняшний день он уже практически готов. Первоначальную экспертизу мы провели. И сейчас как раз и программу по данному курсу, и учебник мы будем в течение года апробировать во всех 17 регионах нашей страны. У нас была некая фокус-группа, и что интересно, эти ребята сейчас уже при менторстве наших бизнес-тренеров, авторов проекта, уже сейчас вышли на маржинальный бизнес, на бизнес, который начал зарабатывать. Есть проект, который заработал уже 500 тысяч тенге, есть проект, который заработал уже сейчас 2 миллиона, имеет заказ уже дальнейший, поэтому ребята заинтересованы, глаза горят, им нужны только инструменты, им нужны тренеры.